Thank you.
Супер. А ты его просто...
I'm gonna go get some more.
Zay, geri ver. Geri ver. Tamam, koyayım, geri ver. Geri ver, makapraset. Харе Кришна. О, Харе Кришна, баба. Гоганга.
levado aqui já. Ganga. Kanuman. Захотел покушать. 10 человек. Гуганга! Хороший...
Добрый день, москвичи. Рады первый раз видят вот такой праздник на улице. Может быть, вообще. А все остальные уже видели. Несмотря на то, что мы представление о понятии, почему эти люди причины. Хочу сказать, никаких интоксикаций, ни алкоголя не употребляют. Такие счастливые, вот в чем вопрос. В том, что являются святыми на Бога. Так как говорят, он Бога. У него тысячи и миллионы имен. Оно отражает определенное. Вот имя Кришна, которое сектантское, индийское, и санскрита переводится как имя Бога, которое говорит о дальше. То есть это все прекрасно. Прабхупа. И произведение искусства. Прабхупа, да. Да. Прабхупа, да. Вещей интересных из Ютуба. Бхагавад-гита. Вот именно о чем мы вначале сказали, счастливыми. Еще естественная склонность, да? Вот куда? Вот если остановить, куда вы все бежите? Что-то они пишут, что она приедет. Тожить, то все они бегут за. Да, кто-то бежит в магазин. Я думал, что это думал, там кто-то думает, он заработает денег. Кто-то бежит купить бутылку, что выпив ее, он станет счастливым. То, что является источником счастья, страдания. Да, и вот, например, пиво выпил или пил. В следующий день мы себя плохо пиво, например, долгое время, то или что-нибудь еще. Что все, что является источником счастья, источником страдания, да? Ну, приходится страдать почему-то. И поэтому говорится в священных писаниях, счастье, оно имеет нематериальное. Да, счастье, оно по природе духовное. Господь. Надо жить духовное личное. Вот, поэтому Харе Кришна мантра. Связываемся с Богом. Телефон. То есть есть разные другие моменты в исламе. Вот. Мы поем имена Кришны. Имена, ну, какие-то делать. То есть целью этого праздника. Станьте кришнаитами, срочно, все станьте кришнаитами. Нет такого послания. Заключается в том, что мы пытаемся стать счастливыми, служа Богу. Мы вернулись от Бога, мы забыли о Боге. 25-й кадр, знаешь? Почему мы страдаем? Почему мы болеем? Рано или поздно.
Попытайтесь, пожалуйста, познать Бога ближе, это может быть христианство, угодно, есть авторитет в мире. Вот. И попробуйте счастье. Прямо здесь и сейчас. Часто мы ждем счастья, оно потом будет. Работаю денег, и потом куплю дом и буду счастливым. Буду счастливым. То есть мы все время живем. Будем счастливыми прямо сейчас. Сейчас. Не надо ждать. Понимаете, то есть счастье, оно может быть. Попробуйте этот проект. Искренне. Главное искренне обратиться к Богу. Проявится. Этот опыт. Наверняка, может быть, кто-то из вас имеет этот опыт. Мы желаем вам здоровья, духовного здоровья. Борщ. Вот мы. А, если можете попробовать этот метод прямо вот здесь на Арбате. Спасибо большое. Вот день рождения? Просто... А вы хотели чистить? Ну, я нашел день, мы чистили. Родители, да. Тысяча миллионов. Гоо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 я поеду. Скоро будет ваша. Ну, а... Здесь вода скрылась. Иду сразу туда, потому что... Зайти. Мне больше нравится там проповедь шире. Сначала любят ходить по его поди. Они готовят. Нет, ты меня сюда, потому что перегружаешься, вот уже толку никак. Да, цель. Глаза. Нужно даже собирать другого. Он мне прямо сказал, что...
Сергей Рас. Сергей Рас. Со своей... О, прям купада. Добрый день.
I'm